приветствую вас, дорогие мои, матушка игумена Серафима, сестрами Святая Питера Сия, собравшиеся в гости, батюшки сегодня приехавшие, тоже прошу разделить с вами радость праздника, матушка, с вашей, именно с вашей обители, с сестрами обители Ахтырской иконы Божьей Матери, праздника преподобного Амвросия Старца Оптинского. У вас, дорогие мои братья и сестры, с разных сторон нашей области, не только с нашей епархии, но и теперь уже у нас одна митрополия, Волгоградская и Камышинская митрополия. Мы все объединены одной, как говорится, верой. Нас ничто не разделяет, никакие границы. Это очень радует. Ибо Церковь Божия и строится на этом, что нет у нее разделения. Могут быть свои какие-то традиции в разных церквах православных, по местных церквах. Есть свои традиции, богослужебные традиции, так богослужение совершается, вот так оно совершается. Вот. Кто-то даже прельщается этим порой и соблазняется, говорит, вот у нас так служит, у вас так служит. Да? Вот. Забывая, что именно все устроения именно какие-то, да, они все внешние. А объединяет нас одна вера в Господа нашего Иисуса Христа. Этим всегда мы живем, и Церковь всегда жила этим, что есть только одно, в чем нас объединяет, именно вера в нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И мы все с вами, православные христиане, читаем один символ веры. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя. Вот мы говорим, в чем же вера наша заключается, основа вашей веры. Вот, пожалуйста, почитайте символ веры, переведите его на, может быть, русский язык, он есть переведенный на русский язык, и услышите, и прочитайте, о чем же написано в символе веры, во что мы должны веровать. И придумать ничего не надо. В символы веры все сказано. Во что мы должны веровать? Да? Во единого Бога со Вседержителя, в Господа Иисуса Христа, Его воскресение, Духа Святого Господа, Животворящего, а также, как мы знаем, именно и в жизнь будущего века. Но в символы веры рассказывается и говорится 12 положений. Мы так называем их 12 членов символа веры. И вот они были все приняты на Вселенских соборах. Это не просто кто-то взял, один человек и написал. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, нет. Все из символа веры, именно все члены символа веры были именно приняты с полнотой церковной на Вселенских соборах. И вот мы с вами уже с тех давних времен, более 1800 лет, можно так сказать, мы именно исповедуем свою веру православную, как написано в нашем символе веры. Поэтому надо нам веровать так, как там написано. И выдумывать ничего не надо. К сожалению, очень всяких выдумок бывает, различных. Вот. Особенно в нашей жизни, в современной. Люди прельщаются тем или другим. Вот там лучше, там хуже. Вот там в том месте получше, а там хуже. В каждой церкви, в православном приходе, даже в самом маленьком молитвенном доме, где совершается божественная литургия, пребывает сам Господь Иисус Христос в этот момент, потому что совершается Его бескровная жертва. Он приносит Себя в жертву для нас. Вот причащались мы сегодня, мы с вами причащались не просто хлебом, виною и водой. Нет, мы с вами причащались сегодня телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Вот это нам надо обязательно запомнить. Не просто мы подходим к чаше, да, именно. А зачем, спрашивается порой человека, а зачем ты причащаешься? Вот все причащаются, я причащаюсь. Или вообще для здоровья я причащаюсь, надо прийти. Или так надо. Вот. А мы причащаемся для того, чтобы в нас пребывал Господь Иисус Христос. Ибо когда Господь устанавливал это таинство святого причащения,
Он так и сказал, кто не будет есть тело моего и не будет пить крови моей, тот не будет иметь жизни вечной. А мы с вами по символу веры именно желаем войти в жизнь будущего века, то есть в жизнь вечную. А как она входится? Только через Господа Иисуса Христа. Только с Ним мы можем войти в Царствие Небесное. Только тогда мы сможем пребывать. Никакие наши с вами потуги, никакие наши с вами подвиги, даже чудеса, если они творятся без Господа Иисуса Христа, даже если мы молимся это ради кого-то, ради напоказ, чтобы себя как-то прославить, какой я хороший, какой я благочестивый. Если все это делается на показ, без содержания в том, что там пребывает Господь, что я нахожусь вместе с Господом Иисусом Христом, они нас не приведут ни к спасению. Приведет нас к спасению только Господь Иисус Христос. Вот поэтому мы с вами сегодня здесь и собрались, и молимся, и празднуем память преподобного отца нашего Амвросия, старца Оптинского, великого святого нашей русской церкви, понесшего такой подвиг старчества, который был установлен именно, уже издавна был установлен. Кто такие старцы? Это те, которым Господь дал особенную благодать утешать род человеческий. Не чудеса творить, не предсказывать чего-то, не пророчествовать, а прежде всего утешать. Утешать ближнего своего, вот что самое главное в старчестве. Если человек умеет и творить чудеса, и молится долго, а не может утешать ближнего своего, доброго ему слова не скажет, и говорит, я старец, и бывают такие. В свое время наша церковь и говорила о таких уже старцах, младостарцах, якобы, считающий себя старцем. Но если в этом, как говорится, старце нет простого, самого простого утешения ближнего своего, то, конечно, это совсем не старец. Человек ищет совсем другое. Вот пример такого старчества, именно утешения ближнего, и является сам преподобный отец Амвросий, который мог утешать каждого человека. Каждого, вот что мы задумываемся, он мог подобрать слово каждому человеку. Не только глубоко верующим, но даже неверующим. Это даже были так интересные моменты, когда отец Амвросий, к нему много людей стояло в его избушку, где он принимал, в скиту, в Оптиной пустыне, в Иоанно-Притечицком скиту. И вот люди многие соблазнялись, когда он вдруг в безочереди к нему проходили люди богатые. Барыня проходила, или кто-то еще богатый человек проходил, и другие сидели и осуждали. Вот он богатых вперед нас, бедных, принимает. А отец Амвросий, когда ему задали такой вопрос, он сказал, да они же, говорит, богатые, да они же менее терпеливы, чем бедные. Бедный он больше привык терпеть, он потерпит. А богатый он... Нетерпеливый человек, может уехать. И поэтому отец Амвросий именно видел, что прежде всего, кого надо обязательно принять в первую очередь. Кого надо утешить, наставить его на истинный именно вот такой путь. На путь спасения, на путь, чтобы исправить жизнь свою. Не просто это могло касаться только каких-то наших духовных вопросов, но и порой касалось именно мирских вопросов. Принимали купцы и спрашивали, отец Амвросий, а как нам лес продать? А как его? За сколько? Где продать? Он отвечал. Вот когда строилась эта обитель, в своих письмах он писал старшей сестре в монастыре, как устраивать келью, каких размеров, где печка должна стоять, там стоять, там стоять. То есть он входил в существо практических вопросов. Каждого вопроса. Не обязательно духовного. Как молиться? Или как исповедоваться, нет, он даже в такие житейские вот именно дела входил, вдумался и отвечал на вопрошения этих людей. И самое главное, люди получали что? Утешение получали. Они успокаивались. Вот это самое главное. Ведь в нашем мире что? Это мир наш, мир огромного беспокойства. А
что нам приносит беспокойство и что нам приносит беспокойство? Прежде всего, конечно, мы сами и окружающие нас мир. А тем более сегодняшние средства массовой информации, когда у нас все рядом, интернет, мобильные телефоны, и, естественно, каждое какое-то событие, которое происходит вокруг, нас начинает беспокоить. И мы живем в таком, в неком беспокойстве, постоянном беспокойстве. Почему вот замечено, что нынешнее время, это особенно время стресса, да? А потому что люди не прибегают именно к простому к помощи Божьей, а прежде всего стараются прибегать именно к помощи другого. К помощи средств массовой информации, узнать, что творится там, что вот тут творится, там, за границей творится, вообще на других материках. А негатив, который приносит средства массовой информации, оно никуда не уходит, он же ведь в нас откладывается. И поэтому люди живут в огромном бушующем море беспокойства. А кто может утешить нас в этой жизни? И кто может утешить? Господь и Иисус Христос. Вот почему нам надобно именно обязательно вести православный христианский образ жизни, который включает в себя что? Это обязательно посещение храма Божьего. Обязательно. В субботний, воскресный, праздничный день, в субботу вечером приходить на всенощный день. И, к сожалению, многие христиане, считают, что христиане, как-то так пренебрегают, что нужно вечером приходить на богослужение. Считают, это не обязательно. Это к сожалению. А вот кто-то из таких мудрых людей сказал, что именно вечернее богослужение, всенощное бдение – это мы жертвуем Богу. А литургия – это Бог сам жертвует для нас. Поэтому, если мы думаем пожертвовать что-то Богу, вы придите порой, что он именно на вечернее богослужение, когда не очень-то хочется приходить. Оно более, конечно, продолжительное, более такое аскетическое. А вот придите, это будет ваша жертва. Ведь пророк Давид не зря сказал, да, что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Вот когда мы в таком сокрушении, в жертвенном именно состоянии приходим, то Господь нас обязательно, дорогие мои, будет утешать. Вот тогда уходит наше с вами беспокойство, потому что мы свою жизнь возлагаем на кого? На Господа Иисуса Христа. И что вот самое поразительное, да, и вот апостол Павел, сегодняшний посланник Коринфянам, второе послание Коринфянам, обращаясь к молодой коринфской общине, было первое послание, где он увещевал коринфскую церковь о тех согрешениях, о тех нестроениях, которые были в этой церкви. И вот он решает послать второе послание свое, узнать, а что же там творится, как христиане Коринфские церкви приняли его первое критическое к ним послание. Он их очень строго ругает, говорит строго, говорит, нужно извергнуть именно человека, творившего блуд, кровосмешение, его надо извергнуть из вашей общины. И вот он с трепетом пишет второе послание. А как отнесется Коринфская церковь к его второму посланию? Но церковь отнеслась с пониманием, она стала исправляться. И вот апостол пишет в своем послании, втором Коринфянам, вот такие слова. Мы сегодня их читали за божественной литургией. Кто скупо сеет, тот скупо и пожмет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожмет. Добровольно подателю, добровольного подателя любит Бог. Вот смотрите, да, какие слова замечательные. Они как раз относятся к нашей жизни с вами. Когда мы через «не хочу» жертвуем чего-то, да, временем своим, ну, средствами, временем, желаниями своими, через «не хочу» – это одно. А когда мы с желанием жертвуем для Бога, для ближнего, вот таких добровольных дателей любит Бог. И вот таким добровольно, как говорится, вот благожелательным, подателем таких благ был и преподобный Амвросий Оптинский. Он щедро сеял. Чем он сеял щедро? Свою любовь.
Вот этим был очень больным человеком, очень больным. Он принимал лежа у себя в хибарочке. Лежа принимал, им было очень трудно. Вот попробуйте с утра до вечера принимать людей, которые вам будут говорить одно и то же. Одно и то же. Вот у меня батюшка то, у меня батюшка то. Наверное, через полдня мы уже с вами, как говорится, скажем, да зачем они нам нужны, я лучше будем другим делом заниматься. А он каждый день этим занимался. И не только занимался приниманием народа Божьего, но еще и письма отвечал, на письма отвечал, которые были во множественном числе эти письма. Вот такую жизнь вел преподобный Амвросий. То есть он щедро сеял, щедро, поэтому щедро и получал. Получал прежде всего любовь вот, простых людей. Простых или непростых, богатых и убогих. Но отношение к нему было именно к такому, как к настоящему отцу. Почему? Потому что вот он именно умел отдавать всего себе. Вот это было, наверное, это самое главное. И у нас это залог и нашей сегодняшней жизни, чтобы мы хотим не пребывать в постоянном беспокойстве, да? Вот беспокойство от чего еще возникает? Когда мы только стремимся жить только ради себя. Мне, все. Это мне надо, то мне надо. Ведь сегодняшнее время так и называется, да? Век потребления. Сегодняшний человек современно потребляет. Но чем он больше потребляет, тем он больше несчастья становится. А вот как сказано в Священном Писании, да? Расточил, раздал убогим, и правда его пребывает вовек. Вот подобное Амвросий нам показывает очень, очень замечательный пример. Отдачу себя. И поэтому он и жил спокойной жизнью. Он был больной человек физически, а духовно он был очень здоровый и сильный человек. А почему? А потому что все у себя отдавал. И не было у него такого беспокойства, что будет со мной завтра или послезавтра. Он все полагал на волю Божию. А от чего это происходит? Когда? Тогда, когда мы не для себя стремимся что-то приобретать, а мы стремимся это делать ради своего Христа.